Знаете ли вы, что мать Шридеви потребовала у Бони Капура 10 лакхов за то, чтобы Шридеви подписала фильм «Мистер Индия»? И Бони, который был поражен красотой и обаянием Шридеви, сказал, что он заплатит 11 лакхов только за то, чтобы получить Шридеви. На 57-й день рождения Шридеви Бони пожелал ей сказать, как он скучает по ней каждую секунду из 900 дней, которые она потеряла. Любящий муж Бони Капур написал в своем твиттере в день рождения Шридеви, пожелав, чтобы она только была здесь, чтобы она увидела успех их дочери Джанви Капур. Он написал: «Я очень скучаю по тебе каждую секунду из 900 дней, которые ты не была с нами, но еще больше сегодня, чтобы увидеть радость на твоем лице за хорошую работу Джанви в Гуджане. Я хочу, чтобы ты была здесь с нами, наша радость неполная без тебя. С днем рождения, моя любовь, моя жизнь». Культовая песня «Кантена Ахин» играла роль Купидона между Шридеви и Бони Капуром. Бони обычно путешествовал на Марути и имел кассету с записью «Кантена Ахин». Шридеви была влюблена в эту песню, и она путешествовала с ним только чтобы услышать ее. 7 июля 2020 года Бони Капур похвалил невероятную актерскую игру своей жены в фильме «Мама», поскольку фильм вышел 3 года назад. Он написал в своем твиттере и разместил 2 плаката с изображением мамы. В своем твите Бони Капур говорил о том, как быстро прошли эти 3 года, и это можно было прочитать так. «Как летит время, прошло 3 года с момента выхода мамы. Всегда буду помнить национальную награду за этот фильм».